одержать сногсшибательную победу школьнику Яше осталось ответить всего лишь на 3 финальных вопроса. Вы готовы? Поехали. Как называлась автобиографическая книга Адольфа Гитлера? Пожалуйста, повторите ответ. Майнкрафт! Правильно, Майнкрафт! Как звали брата Шерлока Холмса? Майнкрафт! Совершенно верно, Майнкрафт Холмс. Каким термином называется процедура выбора профессиональными командами игроков, не заигранных ни за одну команду в лиге? Майнкрафт! И вы абсолютно правы, это драфт! Вы ответили на все 3 финальных вопроса. Вы самый умный школьник. Поздравляем! Скажите, откуда у вашего сына так много столь разностороннейших знаний? Ёшка! Майнкрафт! 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 Майнкрафт!